Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас в такую хорошую погоду в нашем лектории. Сегодня я расскажу вам лекцию, даже не лекцию, просто расскажу, как я сходил в горы на Казбек по маршруту с севера со стороны Северной Осетии. В данном случае я представляю клуб исследователей в лес. Это небольшая компания, которую мы с моим товарищем организовали. У нас там 3 человека. И мы водим по разные маршруты в разные страны мира, в том числе и восхождение. Давайте познакомимся со мной. Let me speak about myself. В общем-то, вот лет 15 назад я сходил в альплагерь. Точнее, лет 15 назад я сходил в первый поход. Это был поход в Крым. Это было мне лет 18. Меня зацепили горы, зацепили походы. Я даже пошел в серьезный поход с тяжелым 35-килограммовым рюкзаком по горам Киргизии. В целом мне все понравилось, кроме таскания тяжелого рюкзака по горам. И на следующий год я решил, что надо будет с туризмом завязать и пойти в альпинизм. Там меньше нужно ходить, больше можно лежать, меньше нужно носить. Ну и в целом горы такие же красивые, а напрягаться приходилось не так много. Поэтому вот пошел в альплагерь и работал до второго разряда. Но сейчас я уже этим ничем не занимаюсь, никаких книжек, подтверждающих документов у меня нет, потому что это, как оказалось, неважно. Если ты ходишь в горы, тебе нравится ходить в горы, то можно все это делать без каких-то официальных документов. И это никого не волнует, кроме тебя самого. Горный гид. Более странные формулировки тоже не придумаешь. Нет такой профессии пока горный гид у нас в стране, но так как я вожу по горам, все-таки могу себя так называть. Но опять же, документов подтверждающих нету, так что я это делаю в темную, просто сам по себе. Мне нравится, я умею, у меня есть знания, людям нравится, вот поэтому так, горный гид. Вожу на Эльбрус, на Казбек, на Монблан, в этом году будет Матерхорн и был уже в этом году Айлен Пик. Возможно, что-то еще появится. Я каждый год ищу что-нибудь новое. Также в моменты, когда я ходил в горы, искал себя в профессии и устроился в компанию ChipTrip, работал менеджером по туризму, продавал Турцию, Египет и прочий пляжный отдых. А потом перешел в отдел, который организовывал именно путешествия индивидуальные. Там мне очень понравилось. Я вот в то время организовал экспедиции в Непал, в Исландию, в Марокко, и часть из них провел сам, так как у меня был уже опыт руководства. И мне, собственно говоря, понравилось. Это и было определяющим таким изменением в моей жизни. С тех пор я очень активно занимаюсь именно организацией путешествий, и в том числе по горам. Ну, тут, собственно говоря, сказать нечего. Человек хороший, подтверждается отзывами. Пойдемте дальше. Казбек. Трудности выбора. Значит, почему Казбек? Казбек – вторая вершина в нашей стране по высоте. То есть она сразу после Эльбруса идет. И, в принципе, люди, которые занимаются высотным альпинизмом, естественно, хотят после того, как сходили на Эльбрус, сходить еще куда-нибудь. При этом, чтобы это было не супер дико сложно, но и все равно был высотный альпинизм, был снег и было интересно. Вот и сразу после Эльбруса все обычно отправляются на Казбек. Тут у них перед ними встает, перед теми людьми, которые хотят пойти на Казбек, встает вопрос, откуда им идти? Маршрут выбрать с севера или с юга? 90%, может быть, даже больше людей и групп вводят именно с юга, так как этот маршрут доступнее и проще. То есть он проще и для новичков, и для… Ну, он, в принципе, доступнее. То есть там меньше горных препятствий. И по времени проще, и не нужно нести с собой тяжелый бивак на много дней. Вот, поэтому основная масса людей ходит с юга. С севера практически групп нет. Дальше в лекции это будет понятно, почему, может быть. Но в целом перспектива у северной стороны тоже есть. Если вам нравится альпинизм, и вы хотите получать больше красоты и сложности, то маршрут севера имеет смысл рассматривать. И дальше в лекции увидите, какие есть преимущества именно маршрута севера, по крайней мере для меня. Вот, я свой выбор сделал. Мой выбор – это Казбек с севера. Я давно туда хотел, больше 3 лет. Как-то я сходил на Эльбрус,
Я 3 года хотел сходить на Казбек и именно рассматривал маршрут севера, так как для меня он был примечателен определенной сложностью и отсутствием людей. Значит, как добраться, если вы хотите попасть на Казбек севера? Мы с вами должны попасть в поселок Кармадон, который находится вблизи города Владикавказа. Логичным кажется купить билет на самолет до Владикавказа. Это ближе всего к Кармадону. Там аэропорт Беслан называется. Он находится в 5 километрах от Владикавказа. Это логично, но не совсем удобно, потому что рейсов не так много летает во Владикавказ из Москвы. Всего 3 рейса в день, и они прилетают достаточно поздно. А тот рейс, который прилетает в нормальное время, он стоит дорого. Это будет компания Seven, там билет стоил почти 8 тысяч рублей в один конец. И это оказалось не так сильно удобно. И прибываешь к Кармадону уже в районе там 2-3 часов дня, уже мало времени остается на то, чтобы дойти до начала маршрута. Мы выбрали, я и мой товарищ, мы выбрали другой путь. Мы долетели до Минеральных Вод. Это аэропорт более крупный, туда рейсов летает больше, чем в Беслан. Но расстояние от Минеральных Вод до Кармадона около 220 километров. Поэтому нужно закладывать это время. Мы купили ранний рейс. Мы в 10 утра были уже в Минеральных Водах. Взяли такси. И в 13 часов 30 минут уже стояли у погранзаставы, которая здесь вот внизу, в поселке Кармадон. То есть мы, получается, доехали быстрее, чем даже если бы купили билет на самый ранний рейс в Беслан. И по цене это вышло нам дешевле. На человека обошлось порядка 5000 рублей с учетом такси. Так что мой выбор, я вам рекомендую лететь до Минеральных Вод. Ну и, соответственно, смотреть по состоянию. Может быть, билеты будут дешевле до Беслана, но бывает редко такое. Следующее, с чем вы сталкиваетесь, это оформление погранпропусков. Так как зона Казбека с нашей стороны, ну и со стороны Грузии, это приграничная зона, граница между Россией и Грузией проходит прямо по вершине Казбека, приходится оформлять пограничный пропуск, чтобы попасть вот в эту приграничную зону, куда просто так попасть невозможно. Обычно, если мы с вами рассматриваем какие-то маршруты кавказские, где тоже требуется оформление погранпропуска со стороны Эльбруса, вот в этой зоне, в Приэльбрусе, там нужно оформлять пропуск заранее. За 1 месяц его делают. Нужно писать на сайте госслуги запрос ФСБ, ждать ответы. Ну, это занимает около 30, там, 35 дней, и пропуск присылают на почту. Это не суперсложно, но надо делать заранее. Если у вас не сформирована группа, это не всегда просто. То есть нужно подать, соответственно, за месяц все данные на всех участников. Вот здесь, в Кармадоне, со стороны Алании, все сделано для того, чтобы люди шли проще в горы, да, то есть можно оформить прямо на месте. То есть вы приезжаете в Кармадон, подходите к воротам погранзаставы, звоните в колокольчик, и доброжелательный пограничник оформляет вам пропуска в течение 15 минут. Вы получаете документы, разрешающие вам находиться вот в этой вот зоне. Был вопрос в лекции о том, бывали ли случаи отказа, и когда пограничники не могут оформить на месте пропуск. Лично я с этим не сталкивался, но в отчетах у людей я читал, что были случаи в одной из групп, когда одному участнику не оформили пропуск на месте и отправили его в срочном порядке в Владикавказ. То есть там есть тоже представительство вот этих пограничников, и там можно оформить пропуск. Просто там процедура проверки более сложная. Ну, пропуск тоже оформят, просто нужно будет съездить в Владикавказ. То есть в случае каких-то проблем все вопросы решаются через Владикавказ. Но у нас проблем не было, нас пропустили легко, и мы спокойненько пошли дальше. Сельпо – это название магазина, вообще в принципе сельского, я так называю их. От пограничников мы узнали, что в деревне есть магазин, и мы решили, что было бы неплохо пополнить запас продуктов. Так как нам предстоял автономный переход до Казбека, то мы хотели купить каких-нибудь классных продуктов, рассчитывая, конечно, на свежие овощи и осетинские пироги, коих всегда не хватает в жизни альпиниста. И мы отправились вот через вот этот вот такой подъемчик, потому что магазин находится там внизу, в долинке, поднялись на горку со всеми своими вещами, спустились и узнали, что магазин не работает.
Работает он всего два раза в неделю по какому-то сложному графику, известным только местным. Поэтому на магазин рассчитывать не стоит. Покупайте все заранее, либо по пути в Владикавказе, либо в Минеральных Водах, если вы хотите что-то вкусное поесть в первый день своего похода. Путь от границы начинается. То есть Кармадон — это не последний поселок в данном ущелье. То есть Кармадон, в принципе, маленький поселок, там живет не так много людей уже. Но есть еще один поселок, который называется Тмененкао. Он находится метров на 200 повыше Кармадона. Туда идет дорога, по которой, собственно говоря, с которой сделана эта фотография. Это последний оплот цивилизации на пути уже к Казбеку. Тмененкао находится на высоте 1700 метров. И если Кармадон, в принципе, уже такое дикое сельское место, где практически такая жизнь очень сонная и тихая, а тут Тмененкао полностью жизнь практически отсутствует. Там несколько домов, там два или три, но в целом ощущение такое, что ты находишься не в России 21 века, а в России века 18. То есть, если не считать машин, то в целом жизнь там не сильно изменилась, как мне кажется. Это одно из преимуществ вот этого маршрута, это вот определенное отсутствие цивилизации. То есть вы, даже находясь в деревне, ну, это как бы настоящая деревня без прикрас, без не извращенная еще туристическим вот этим сервисом. Погранпереход. Когда вы оформили погранпропуск на заставе, это еще не последний пункт контроля. Есть еще вот за селением Тмененкао стоит пограничный пост. Это пост посреди тропы, посреди ничего, и стоят два человека с автоматами, которые преграждают вам путь уже на границу. То есть они защищают границу, соответственно, от врагов, ну и проверяют документы у честных людей. Мы туда подошли вечером, начинался дождик, выглядело немножко жутковато, то есть такой туман, дождь, и идут два человека с автоматами, вот, которые заканчивали уже свою смену. Они проверили наши документы, позвонили там на погранзаставу, уточнили, что все нормально, что мы честные люди, а не правонарушители, и спокойной совестью нас оставили на стоянке, сказали, что мы дальше не ходили, потому что ночью там включают какие-то суперсекретные секретные элементы. Если мы их заденем, то за нами выйдет патруль, и мало нам не покажется. В общем, рекомендовали ночью нам не шататься дальше погранзаставы. Ну, мы, собственно говоря, не стали с ними спорить, а встали на полянке, на которой они нас, в общем-то, и попросили остаться. Здесь была вода, хороший вид, начинался дождик, поэтому, собственно говоря, нам и выбирать особо не приходилось. Ровное местечко, поставили палатку и заснули. Очень крутое ощущение, когда ты в 4 утра проснулся в Москве, а в 6 вечера засыпаешь уже в горах в палатке. Это такой телепорт современный. Конечно, бывает, наверное, еще быстрее, но достаточно круто получается. Вот с этого момента начинается тропа до верхних Кармадонских ванн. Туда ходят обычные туристы. Это популярный маршрут, ну, относительно популярный, как может быть с этой стороны. Тут, в принципе, немного туристов, но большая часть из них, кто приезжает, они все ходят до верхних Кармадонских ванн. Очень красивый маршрут, интересный, и я всем рекомендую там побывать, даже тем, кто не ходит в горы, как альпинизм, как восхождение. Побывать на верхних Кармадонских ваннах очень интересно. Это дальше я покажу, почему. Но в целом туда может дойти обычный человек, даже с детьми. Вот этот вид также на этой полянке в другую сторону, то есть уже в сторону ущелья. Здесь мы видим границу Российской Федерации, пограничную такую зону, забор. Вот там маленький белый домик, это погранпункт. Если бы мы пришли пораньше, пограничники ждали бы нас там. Но так как они уже заканчивали смену, они нас повстретили возле ворот. Вот это вот ущелье, оно идет как раз в сторону уже Казбека. Казбек находится вот тут. Вот тут ледник Майли, очень красивый ледопад большой, сама вершина. По этому ущелью в 2002 году сошел ледник Колка, который там печальные последствия имел, то есть погибло больше 138 человек. Он гигантский кусок льда, большой такой кубик свалился и прокатился по всему ущелью. Вот он так вот летел, как пинг-понговый шарик, забирая с собой камни, деревья, грязь, все это вниз. Он такой огромным селевым потоком снес вниз. Чудом не задел деревню, но пострадала съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. Он
они все погибли, их искали, но не нашли, естественно, потому что дорога до Кармадона была полностью завалена селью и остатками ледника. Только вот недавно, буквально несколько лет назад, все это более-менее растаяло, восстановилось. Сейчас маршрут безопасный с точки зрения падения ледников, я так думаю, потому что Колка не должна упасть. Единственное, конечно, внушает опасения ледник Майли, ледопад, он тоже достаточно на крутом висит обрыве, но сейчас за ним наблюдают глицеологи, так что надеюсь, что неожиданно он не должен упасть. Продолжаем путь. Тропа до верхних кармадонских ванн представляет собой тропку посреди альпийских лугов. Очень красивое и дикое место, потому что тропку практически не видно. Видите, она практически вытоптана. И ты идешь по пояс в траве, в каких-то кустах, в джунглях. Ощущение такое, что по этой тропе, если ходят люди, то крайне редко. И вот полное отсутствие цивилизации, ощущение такое, что ты первооткрыватель Казбека идешь. Вот. Тут тоже есть тропа, и плохо видно. Я вот вам покажу, вот здесь вот она выходит, эта тропа. Кажется, что в принципе ее тут и нет. Потому что реально ты идешь вот в зарослях по пояс, а иногда и больше. Там были и более высокие кусты, где мы просто не делали фотографии. То есть ощущение полное такое, что ты открываешь новый путь. Идешь по этой тропе, как первый раз. За все время мы встретили на тропе только несколько групп, которые спускались уже ближе к стоянкам. Они спускались, говорили, что у них не получилось зайти на гору и желали нам удачи, в общем-то. Вот тоже часть тропы. Вот ее видно, кусочек тропы она идет вот здесь вдоль склона. И обратите внимание на знак. Внимание, лавина опасна, 5 километров. Сюда, это означает, что сюда люди ходят и зимой. То есть, наверное, фрирайдеры, вероятно, там скитурщики, возможно, просто туристы, которые хотят покупаться в горячих источниках, потому что нет ничего круче, чем среди зимы, среди снегов оказаться в теплой воде и отогреться. Но склоны очень крутые, как вы видите, большой градус, поэтому если снег будет такой, ну, опасно, можно, в общем-то, получить лавину, что она сойдет. Поэтому если пойдете сюда зимой, будьте особо бдительны. Не знаю, как выглядит тропа зимой, но судя по тому, что знаки стоят, вероятно, все-таки каким-то образом ее протаптывают туристы, альпинисты или скитурщики. Вот часть тропы. Видно, как мы пробираемся через эти кавказские джунгли, высокие папоротники. Вот. Если присмотреться, пейзаж кажется, что ну, не похоже, что это Кавказ. Можно сказать, что мы где-то там, не знаю, если убрать снежные горы на фоне, да, то мы в джунглях Амазонки находимся. Очень красиво. Само вот это место очень притягивает тем, что красота тропы самой даже. Пришли мы на финиш, тропа до верхних кармадонских ванн закончена. Вот здесь это верхние кармадонские ночевки, такое голое место посреди тропы. Ой, извините. Вот. Очень круто выглядело то, что мы здесь были одни. То есть когда мы при подходе на эту стоянку, мы встретили там несколько групп, не больше 10 человек, которые спускались. Мы не знали, что там никого больше нет. Вот они нам пожелали удачи, но приходим на стоянки, а здесь никого нет. И ощущение, что мы просто одни в горах. Просто вот тишина, спокойствие, пустые стоянки. Немножко мистическое ощущение, что ты в горах, а никого нет. Я такого никогда, ну, не припомню. На основных популярных маршрутах я такого, конечно, не видел. И ни Эльбрус, ни Казбек с юга не сравнится по ощущениям от оторванности от мира. Связь здесь не ловит, то есть здесь добавляя тем самым полное ощущение оторванности от мира. Вот. Ради чего по этой тропе ходят, собственно говоря, обычные туристы, и ради чего я рекомендую всем альпинистам, кто идет на Казбек, идти именно этим маршрутом, это верхние кармадонские ванны. Это уникальный природный объект. Горячая термальная вода выходит из-под земли, течет ручеек, смешивается с прохладными водами там, горных рек и образует вот такие вот ванны, которые вручную сделали, естественно, энтузиасты. Получилась такая ванна с разной температурой воды. Там 5 или 6 ванн разной температуры от 42, примерно 45 до 60 градусов. То есть обычно люди там купаются где-то в 45-50 градусной воде. В 60-градусную зайти сложно.
ниже колен даже уже опуститься не получается, уже начинает жечь очень сильно. Но место крутое, оно сильно восстанавливает и добавляет сил на восхождение и после него. Сюда обычно ходят, вот говорю, обычные туристы с детьми приходят, становятся на верхних кармадонских ночевках только ради этих ванн. Сюда же очень хочется сходить зимой, когда кругом снег, лед, а ты в горячей воде купаешься. Эти ванны появились во второй половине 19 века, их нашел местный житель поселка вот этот Тминенкао, это Тепсарика Царахов. Вот, с тех пор они были популярны у местного населения. Но когда сошел ледник Колка в 2002 году, как я еще раз скажу, он также уничтожил ванны, то есть он их снес. И до недавнего времени ванн там не было, то есть они их не могли найти. И вот буквально там несколько лет назад нашли новый источник, они выбились в другом месте или пробились в том же самом, да, но вроде как сказали, что они немножко выше стали. И в этом месте уже организовали сейчас такое стихийное, натуральное горячие ванны. Мне такое очень нравится, потому что я в России такого нигде не видел. Ну, я не был на Камчатке, конечно, но я был в Исландии, и меня поражало всегда, что вот на природном рельефе при шикарных красивых видах ты можешь купаться в горячей воде. Это всем нравится, и туристам, и, собственно говоря, мне тоже нравится, что можно погреться на холоде. Так что ради этого обязательно сходите на верхние кармадонские ванны. Можно доехать на машине до погранпоста, а оттуда пешком 10 километров, порядка 3-4 часов, в зависимости от вашего темпа. То есть даже если не ходить на вершину, сходить на верхние кармадонские ванны есть смысл. В общем, здесь уже начинается путь к ночевкам у креста. Это такое название у альпинистов, грубо говоря. Там стоит деревянный крест, поэтому ночевки так, собственно говоря, и называются. Сюда ходят уже только отмороженные на голову альпинисты и те, кто хочет просто сходить на ледник. Ну, таких не так много, собственно говоря. Как вы видели, и просто людей, которые даже на ванны ходят, нет никого. А здесь уже совсем никого нет. Чтобы попасть на эту марену, нужно пересечь мостик через реку Геналдон. Мостик очень шаткий. Сразу понимаешь, что ты идешь в горы. Мостик проверяет тебя прям с первых минут. Пройдя этот мостик, мы начинаем взбираться вот по этому гребню, по этой марене. Марена очень большая, она образована на стыке двух ледников. То есть с одной стороны был вот отсюда ледник был Колка, который сошел, и здесь вот ледник Майли. Они сходятся вместе и сходились вместе и выдавили огромный такой пласт камней и грязи, очень высокий. Вот с этой точки, откуда я снимаю, это 150 метров примерно до ванн. Мы сюда шли 45 минут примерно. То есть это очень крутой сразу начинается подъем. То есть расслабиться не получится. Как только вы перешли мост, вы попали уже в мир альпинизма, и вам приходится сразу много сильно набирать высоту. После того, как мы прошли марену, мы выходим на ледник, на язык ледника Майли. Вот такой вот он большой плато. Достаточно широкий ледник, по кавказским меркам то уж точно. Он пологий, открытый, вполне безопасный, кроме одного момента. Посередине, вот видно здесь на фотке, в середине течет река шириной примерно 3-4 метра. То есть она там течет, не знаю, перманентно. Может быть, когда снегом все закрыто, она и более безопасна. Но сейчас там были снежные мосты в небольшом количестве, и нам приходилось искать тот самый мост, по которому можно пройти более-менее безопасно. В идеале, конечно, там организовать страховку имеет смысл, но мы прошли без страховки, на страх свой риск. Ну, мост был крепкий, все хорошо, но имейте в виду, река широкая, если упасть, то там плыть очень далеко вниз. Поэтому ищите крепкий мост, либо организовывайте перильную переправу. Еще одна объективная опасность этого ледника, когда мы выходим вот на эту марену уже, потому что нам нужно попасть вот на ту точку, где я снимаю, нам нужно пересечь вот эту вот марену каменистую. Здесь основная опасность в том, что трещины есть, вот их видно даже немножко, они засыпаны камнями, таким вот конгломератом, не всегда плотным. И кажется, что ты идешь по камням, но на самом деле ты идешь по льду, который даже с трещинами, которые камни вот эти забивают, эти трещины, в какой-то момент можно провалиться, даже не заметив. Мой товарищ как раз в одну из таких трещин угодил. Мы шли, естественно, без связок, потому что мы не видели этих трещин. Сверху их было не видно. То есть мы уже их увидели, когда перешли на эту сторону.
Вот. Будьте бдительны, следите за турами и осторожно пересекайте вот эту именно моренную часть ледника Майли. На этой фотографии у нас ледопад, тот же самый ледника, того же самого ледника Майли. Очень живописный, очень красивый. Видно, что резкое падение получается у этого ледника. Большое количество сираков. Ледник постоянно движется, все время что-нибудь сыпется, падает, рушится. Поэтому красивое такое опасное зрелище. Туда, естественно, ходить не нужно. Там маршрутов никаких нет. И основной маршрут он поворачивает налево от этого ледника. Там нарисована даже на скале большая красная стрелка, куда нужно идти, чтобы не уйти в неправильном направлении на ледник. Потому что там может какая-нибудь глыба упасть однажды, да, вот такая большая, и мало не покажется. Как только мы дошли до этого места, вот до стрелки красной, которая внизу была, и поворот налево, мы попадаем в кулуар. Кулуар вот в данном состоянии был в снегу. Мы его не сфотографировали, это уже чуть-чуть выше этого кулуара, уже поднялись мы по нескольким тросам. Вот. Кулуар представляет из себя очень крутой снежник, был 23 июня, крутой снежник, примерно 35-40 градусов. Мы его шли, прорубая ступени наверх, как это был более-менее логичный способ добраться до вот начала этого кулуара с тросами. Зачем нужны тросы в данном случае? Потому что здесь, как вы видите, вся структура поверхности — это камни, очень нестабильные, сыпучие. При одном неловком движении уезжает не только один камень, уезжает целый пласт камней. То есть если что-то поедет, лучше, чтобы вы были застрахованы. Конечно, это не дает стопроцентной гарантии, но какую-то моральную поддержку вот дает то, что вы держитесь за стальной толстый трос. Закреплено все надежно, можно смело держаться, тянуть, а двоим, там, троим все это выдержит. Вот эта часть уже – это веревка, это не трос. Ну, тоже, собственно, за нее цепляетесь в случае необходимости. У нас был плотный снег, мы здесь прошли безопасно, и дальше камни были немножко приморожены, поэтому мы так слегка придерживались и не пристегивались к веревке. Вот это продолжение, это фотография. Здесь мы видим, как этот трос уходит, и вот он уходит вот сюда наверх. Вот сюда нам нужно будет подняться. Маршрут, вот в этот момент я понял, что маршрут не для новичков, точно. То есть когда еще мы пересекали ледник, было наивное представление, что можно сюда пойти людям, которые ни разу не были в горах. Но когда мы попали вот в этот кулуар, стало уже ясно, что человек, который никогда здесь не был в горах, и такое его просто отпугнет. Тяжелый рюкзак, у нас были рюкзаки по 30 килограмм, и сыпуха, трос, то есть много опасностей, которые подстерегают на этом маршруте. Он относительно простой с альпинистской точки зрения, но объективно есть опасности, то есть можно и камнем получить, и просто улететь со склона. То есть новичкам здесь не место, поэтому я, естественно, свою идею, который думал о том, чтобы взять сюда новичков, я с ней здесь распрощался. Это стоянка нашего второго дня. Обычно группы есть не так много, но люди водят коммерческие группы со стороны Казбека и севера. И обычно они идут от верхних кармадонских ван сразу до креста. Но когда мы шли, вот этот кулуар проходили, я понимал, что это очень круто. Набор получается порядка 1200-1300 метров по вот такой сыпухе без сильной акклиматизации. Это, конечно, мега круто. И у нас была акклиматизация, но все равно мы не решили рисковать, так как мы еще не знали, что нас ждет впереди. Плюс начинался дождик. Мы решили, что вот прекрасное местечко, здесь 3000 метров, хороший вид во все стороны, и травка даже зеленеет, и рядом есть вода. Мы решили, что не будем мы ничего придумывать, а останемся здесь до следующего дня. Вот такое мы выбрали местечко. Как бы красиво, травка, цветочки, все супер. Тепло, солнышко припекает. В общем, вода есть. Вечером я сходил в тапочках прогуляться выше, посмотреть, что же там нас ждет дальше. И меня совершенно не обрадовало. Не обрадовал маршрут, потому что дальше начиналось еще более… Угол чуть-чуть меньше был, чем в кулуаре, но
Сыпуха была крайне сильная, то есть там идти придется очень тяжело. С рюкзаками нам предстоит завтра намучиться. Это я сразу объявил своему товарищу, мы довольны и стали кушать. Вечером приходит туман. Это по нашим наблюдениям такая погода и была. То есть утром хорошая ясная погода, где-то днем был дождик, потом могло немножко развеять. Но в данном случае дождь наступил где-то в районе часа, и до вечера было облако. Ну, видимо, мы попали на такую высоту, где облако засело и долго не хотело уходить. Вот. Ну, потом все развеялось, опять стало хорошо. Следующий день мы пошли вот как раз уже вот этот вот маршрут, про который я сказал, куда я ходил на разведку. Как видите, маршрут, вот он идет вот здесь, где-то, да. Какой-то логичной линии нету, то есть не видно конкретную тропу, потому что все кругом сыпется, камни все съезжают. Если даже и была какая-то тропа, то она постоянно меняет свое направление, и найти какую-то одну линию невозможно. Есть туры, но опять же их очень много, они только вносят сумбур, то есть они в разные стороны, в разных участках тропы размещены, в разных участках склона они размещены, и непонятно, куда, собственно, идти. Здесь приходится полагаться на опыт и на интуицию, на свою. Вот. В этой части я посмотрел, что идти по камням совершенно невозможно. Ты делаешь два шага вперед, сползаешь, два шага вперед, сползаешь. Под тобой все время что-то едет, бьет больно по ногам, мало приятного. И вот на точке, откуда я снимаю, я увидел снежник. То есть я был здесь, а здесь увидел снежник. И решил, что я траверсом пройду склон, выйду на снежник, всяко по снегу идти легче. Но вот за эти там 50-70 метров, которые я доходил до снежника, я, конечно, пару раз чуть не распрощался с жизнью, потому что наступаешь на какой-нибудь гигантский камень, вроде вот такого камня, и он под тобой просто так уезжает. Это мало приятного, конечно, доставляет. Но каким-то образом чудесно добрался до сюда, и здесь уже было безопасно идти по снегу. Мы и понадеялись, что дальше будет снег, и мы как бы такими снежниками сможем зайти на вершину. Ну, не на вершину, а к стоянкам подойти. Но снежник постепенно заканчивался, он переходил опять же в скалы, приходилось все равно карабкаться по вот этим осыпным участкам. Вот добрались мы на ночевке у креста, собственно говоря, тот самый крест. Вот высота по альтиметру 3350 метров. Намучились очень сильно. Участок, вот эти 350 метров, мы преодолевали порядка 2 часов, наверное, потому что очень, очень все было скользко и опасно. На стоянках никого нет, то есть мы в горах совершенно одни. Вот стоянок здесь около 20 мест, оборудованных под стоянки, но, как вы видите, ни одной палатки здесь нет. Мы увидели на одной из них вещи, вот на одном месте для палатки были вещи. Надеялись, что люди находятся сейчас в базовом лагере, а здесь оставили просто заброску или вещи, которые мне нужны. Но в итоге, как потом выяснилось, никого там нет, а эти вещи просто кто-то забыл. Там были ценные вещи, кружки, миска, потом мы посмотрели ремень, какие-то кроссовки. Видимо, человек просто забыл их, и они оказались ему не нужны. В этой части ловит связь мегафон, то есть от креста можно позвонить. Вот отсюда ловит мегафон, 3-4 палочки, так что это последняя возможность связаться с родственниками, сказать, что у вас все хорошо, и сказать, что вы поднимаетесь. Вот такой вид на долину. Долина очень живописна, то есть это тоже часть, почему сюда нужно идти. Очень красивый вид. Несмотря на сложности, если у вас есть опыт альпинистский или вы идете с опытным проводником, вы здесь получите удовольствие от видов. Дальше мы начали подъем к базовому лагерю под вершиной ОЖД. То есть эта высота была примерно 4200 метров. То есть нам оставалось набрать от стоянок еще 800, да, если не ошибаюсь, 900. Около 900 метров. Еще много, в общем, идти. Так как уже было выше, больше стало снежников, и при малейшей возможности мы выходили на них, минуя вот эти скальные осыпные участки. Потому что по снежникам идти было гораздо безопаснее, чем по камням. В некоторых местах также провешены тросы.
Вот в данном случае он пересекает этот вот снежный участок. Угол очень большой, примерно 35-40 градусов этого снежника. Если человек упадет, естественно, остановиться, зарубиться будет не так просто. Поэтому тросы висят, и как раз они видно, где продолжается тропа. Как видно, снега много. То есть мы были 24-го здесь, по-моему, июня. Трос до сих пор еще вморожен в снег. То есть видно, что людей не так много ходит. Никто его не откапывает особо. Мы попробовали, но это очень сильно он вмерз. Откопать его не представилось возможным. Продолжение тропы. Видите, все равно идет участок скальный. То есть с одной стороны это обрыв. Вот. Можно было идти, конечно, как-то вот так. Но мы старались. Мы потом вот на этот снежник вышли. Немножко выше просто мы попали на него. Но пока мы еще не знаем, куда нам идти. Поэтому идем по максимально видимому маршруту. Вот сюда наверх. Где я, откуда я снимаю. Вот видите, мой товарищ идет, маленькая фигурка. Угол очень большой, расстояние от верхних армадонских ванн до базового лагеря небольшое, порядка 5-6 километров, а набор получается 2000 метров. Ну, в общем, очень крутой подъем, нужно быть к этому готовым. Здесь я прячусь от ветра, сильный ветер на тропе начался, нас сдувало, то есть за скалой было комфортно. Ну, в целом погода радовала, ветер, ничего страшного нет, просто нужно укрываться при возможности. Вот мы уже подошли на стоянке под вершиной ОЖД. То есть здесь красиво очень видно ледопад Майли, гигантские разрывы, сираки, все это падает. Сама вершина Майли, видно, что свежие лавинки падают, то есть снег недавно падал, недавно нападал снег. Возможно, из-за этого предыдущие группы не смогли зайти. Вот сейчас погода хорошая, но лавины вот иногда сходят. В лагере организованы стоянки, то есть есть стенки ветровые, ветрозащитные, но все места практически были засыпаны плотным снегом. То есть мы нашли только одно место, где можно было встать из тех там, 20 подготовленных мест. Все остальные были засыпаны снегом. Очень плотным, не хотелось вставать на него. Мы встали вот на единственное свободное сухое место. В лагере никого не оказалось. Это добавляет мистицизму. То есть мы находимся в горах совершенно одни. Никакой связи, никаких спасателей, ничего в общем нет. То есть полный отрыв от цивилизации. Вот за это, я думаю, тоже это еще один балл в копилку. Ну, в ту же самую копилку, собственно говоря, почему надо ходить на Казбек севера. Именно за дикостью, за оторванностью от мира цивилизации и за отсутствием людей. Такой вид нас ждал вечером, то есть это вид в долину, там внизу кармадонские ванны, там внизу ледник и поселок Кармадон, даже Владикавказ видно в хорошую погоду, но сейчас долина вся в облаках, а мы выше. Очень красивый вид нас вечером ждал. Здесь мы совершаем очень крутое восхождение на пик ОЖД, это 70 метров от палатки, подъем занимает целых 10 минут по такому вот ровненькому склону. Ну, сверху открывается красивый вид на Казбек и на соседние горные вершины. В хорошую погоду видно больше, но сейчас была облачность. Мы не все рассмотрели, конечно. Вот переходим к самой важной части. Да, это восхождение, получается. Это утро, 5 утра. Первый раз мы вечером поставили будильник на 3 часа, решили, что выйдем в 3. Если погода хорошая, пойдем сразу на штурм. А если не очень хорошую, то выйдем попозже, и если что, будет как акклиматизационный выход. Проснулись в 3. То ли я не до конца выспался, то ли я не очень хотел просыпаться, то ли я не знаю что. В общем, я вылез из палатки, так высунул лицо, и мне показалось, что погоды нет совершенно, то есть все в тумане, нет ни звезд, ни луны, ни Казбека, и я дал отбой, мы продолжили, в общем-то, спать. Не знаю, было ли так на самом деле, не было ли так на самом деле, но уже не проверишь. Мы проснулись второй раз уже в 5 часов утра. Я снова вылезаю из палатки, уже солнце встало. И вижу Казбек открытый. Бужу товарища, говорю, все, пойдем, пора идти, в общем, собираемся. Мы встали, собрались, получается, в 6:40 где-то мы вышли из лагеря. Ну, цель у нас была либо взойти на вершину, либо акклиматизироваться и пробить маршрут. Так как у нас не было... Как вы видите, мы единственная группа здесь, никакой тропы на леднике нет. То есть нам придется пересекать вот это плато самостоятельно.
Как раз мы хотели идти, с точки зрения разведки проверить. В этом нам очень помогли карты OSM OpenStreetMap, которые я загрузил себе в часы. И по вот этому треку, который на картах был, мы нашли тропу, грубо говоря, ну, пробили ее заново и пошли на вершину. Вот. Еще разок назад покажу фотографию. Маршрут идет вот таким вот образом, если это будет видно. Вот так. Потом спускается вниз, поднимается вот сюда вот уже на траверс и дальше поднимается наверх, совпадая с грузинской тропой. Вот. Мы начали подъем, вот когда Казбек был вот в таком состоянии. То есть, ну, не знаю, откроется, не откроется. По опыту предыдущих дней было видно, что погода в течение дня меняется, что может как накрыть, так и, собственно говоря, распогодиться. Поэтому мы питали надежды. Вот поднялись на этот вот бугорок, который был на предыдущей фотографии. Открылся вид на Казбек. Казбек, как видите, накрыт облаком. Внизу трещины, то есть ледник закрытый. И видно, что большие глубокие трещины. То есть самый логичный путь на вершину вот такой, да, но он, естественно, не представляет собой возможности, потому что все очень опасно. И маршрут уходит направо по более безопасным участкам. По более безопасным участкам. Вот фотография, мы вдвоем с товарищем. То есть прокладываем след, как первые открыватели. Ни одного следа нет, но видно уже грузинскую тропу. Вот на фоне, сзади видно, что грузинская тропа, трек вот этот вот присутствует. Нам нужен туда, но мы его подрежем не прямо вот так, а немножко вот сюда, потом туда. Погода в целом нормальная. Я считаю, что в такую погоду восходить можно. Попали мы уже на вот эту грузинскую общую тропу. Видите, здесь натоптано. В этом участке я почему сделал фотографию. Она хоть и не очень информативная, но показывает примерное состояние погоды. И в этом участке мы встретили огромное количество групп, 4 или 5, с участниками от 5 до 10 человек, которые спускались вниз. Мы спрашивали, почему вниз? Они говорят, ну, мы не взошли, тролливали. Мы говорим, почему? Они говорят, ну, гиды нам сказали, что погоды нет, в общем, снега много, и нам надо всем спускаться. То есть в данном случае вот туман, вот эта вот облачность, гиды решили ей воспользоваться, сказали клиентам, что погоды нет, и мы восходить не будем. Но, говорю, по опыту уже и зная, что в данном случае вот эта погода, не погода, это не непогода, это просто облако, которое сидит на вершине, и оно может в любой момент улететь. То есть мы решили попытать счастье, подняться на вершину. Так у нас был запас и теплых вещей, мы могли бы посидеть в осаде на вершине, подождать, когда раздует. Мы так всем, собственно, и сказали. Нам все пожелали удачи, и мы пошли. Чуть выше вот этой тропы, ну, чуть выше тропа заканчивалась, там мы выходим на седловину, мы встретили еще одну группу с грузинским гидом и двумя иностранными туристами. Они как раз на вершину сходили. Видно, что там был гид замотивирован, и ребята тоже были готовы сходить. Они в итоге взошли. Причем здесь уже вот от этой точки остается не больше 1,5 часов до вершины. То есть, в принципе, здесь уже, ну, как бы, надо подниматься, если погода не супер страшная. В данном случае это нормальная погода. Вот я сижу на вершине, видите, грустный, потому что погоды нет. Но на самом деле я шучу, потому что погода есть, вот уже раздуло, уже видно вершину, какие-то объекты внизу. Вот такой вид нам открылся. То есть это не облачность, то есть мы не в облаке, мы не в молоке, вид есть. Естественно, что если бы не было вот этих облаков внизу, мы видели бы горы и долины, было бы лучше. Но такой идеальной погоды ждать можно весь сезон и так и не дождаться. Такое может не произойти. Вот в такую погоду, как сейчас, восходить нужно, потому что ничего, это ветра не было, мы сидели наверху, была теплая, хорошая погода, спокойно можно было там подождать 20-30 минут, когда чуть-чуть получше будет вид. Собственно говоря, что мы и делали, там сидели и фотографировали. Пока. Мы все ждали, пока в сторону России раздует, но ветер был со стороны Грузии в Россию, поэтому все облака лежали у нас в долине, и не факт, чтобы, в общем, раздуло. В общем, вот фотография с вершины еще одна показывает, что вид был, были горы, был снег, солнце. То есть я сочувствую людям, которых гиды развернули и не подняли наверх, когда они оставалось совсем немножко времени, чтобы подняться. Ничего такого страшного было дойти. Снега было не так много, и облачность, она имеет свойство
заканчиваться. На Казбеке просто, как вот можно обратить внимание, нет такой непогоды, как на Эльбрусе, когда налетает неожиданный такой просто шквал, грозы, молнии. Такого, по крайней мере, ничего не предвещало вот в данный момент. Поэтому это не считается непогодой, это считается, ну, просто облачностью, которая может пройти. Вот уже спуск, мы спустились вниз, мы спускались в полном тумане, то есть вот когда была фотография сделана на вершине, мы еще немножко постояли, но потом облака начали уже накрывать сильно, и мы начали спуск, потому что ждать дальше уже не было никакого смысла. Ну и в принципе мы все, что хотели, увидели. Начали спуск, спуск был в тумане, очень помогло, что у нас был записан трек, мы шли и по треку, потом уже вышли на наши следы, и по следам, как ежики в тумане, то есть не зная, когда все это кончится, мы топали до лагеря. То есть в тумане ощущение пространства и времени, оно совершенно другое. Кажется, что ты никогда не дойдешь, потому что ничего не происходит, ты не понимаешь, где вверх, где низ. Идешь ты вверх или вниз, ты просто идешь по своим следам, и все. А когда это кончится, вообще понятия не имеешь. Дошли до лагеря, и, как всегда, по волшебной палочке легли в палатку поспать. Через пару часов вот такой вот вид мы застали. То есть уже все раздуло. В принципе, высота и погода позволяет. Вот если летом можно ходить и во второй половине дня. Я считаю, что можно из базы в лагере выходить там, в 11 часов дня, там, подниматься на вершину и в районе 4 часов оказаться наверху, получив такой вот замечательный закатный вид. Есть даже вероятность, что на спуске вы не попадете, ну, еще будет светло, когда будете спускаться. Потому что если группа быстрая, можно сходить туда за 3 часа и обратно за полтора. То есть, в принципе, это все преодолимо. И вот такие виды, как бы, а казалось бы, погоды нет. Мы релаксуем в палатке, еще наблюдаем там облака со стороны России. В общем, отдыхаем. Удачно все получилось. Что касается карты навигации, очень полезный ресурс. Это OpenStreetMap. Еще раз вам расскажу про него. У нас есть программа для Android, это Maps.me. Наша отечественная программа, она как раз использует на базе своей вот эти карты. То есть вы скачиваете карты региона и получаете достаточно подробный рельеф, даже видно трек, вот, ну, как бы классическая тропа. То есть нам это очень помогло, потому что от ОЖД вершины на 4271 метр, где был наш лагерь, мы шли на вершину, так как никакой тропы до нас не было, мы шли исключительно по вот этому треку. Он нам очень помог, и, в общем-то, всем я рекомендую пользоваться именно этой картой. Она очень информативна. В большинстве случаев, в большинстве мест, где я был, она дает много информации. Тут, видите, все вершины обозначены, и вершина ОЖД, и вершина Казбек, и Майли, и Пастухова, то есть все видно. Ориентироваться достаточно просто. Я использую часы вместо навигатора, то есть часы тоже с навигатором идут. Вот я использую фирму Garmin, часы Epix, туда можно заливать карты. С учетом того, что часы держат зарядки примерно сутки в режиме GPS и показывают карты, навигатор тащить с собой абсолютно никакого смысла нет. То, что часы вы можете подзарядить, там аккумуляторы, а в навигаторах обычно это либо батарейки, либо еще что-то. В общем и целом сейчас можно использовать уже часы в качестве навигатора вполне себе удобно. Вот моя любимая тема – Казбек против Эльбруса. Ну, меня всегда спрашивают, куда лучше пойти, да, на Казбек, на Эльбрус, с чего начать, с какой стороны, с какого маршрута. Естественно, всем хочется сразу повыше, и все хотят на Эльбрус. Ну, собственно говоря, в этом есть логика. Маршрут с юга на Эльбрус легче, чем все маршруты на Казбек. То есть, если вы хотите только делать первые шаги в альпинизме, посмотреть вообще нравится вам это или не нравится, почувствовать зиму летом, то, конечно, вам надо выбрать маршрут Эльбрус с юга. Рядом цивилизация, ходить нужно не так много. При любой неблагоприятной ситуации вы быстро спускаетесь вниз. Там есть и ратраки, и снегоходы. Ну, в общем, всегда есть люди, достаточно все оживленно, так что максимальная безопасность. Дальше по моему такому уровню ранжировки я бы поставил, наверное, Казбек с юга. Ну, если хочется, да, значит, сходили на Эльбрус с юга, потом можно сходить на Казбек с юга, потом на Эльбрус с севера и потом уже на Казбек с севера.
То есть Казбек Северу надо оставить уже напоследок, потому что маршрут требует уже и опыта, и знаний альпинистской техники, умения общаться, обращаться с веревкой, с ледорубами и ходить по не самым простым скалам. То есть в данном случае никто не победил. И Эльбрус, и Казбек – очень крутые горы. Эльбрус – самая высокая гора в нашей части, да, в нашей стране. То есть Казбек – вторая по высоте. То есть между ними разрыв там 600 метров, и никто больше туда не попал, в этот разрыв. Так что обязательно туда и туда нужно сходить, но начать нужно с Эльбруса. К обзору снаряжения. Я очень подробно не буду останавливаться на снаряжении, потому что в целом вся информация есть в интернете, она не сильно отличается от восхождения там на Эльбрус и на обычные горы на Кавказе. Я бы остановился на некоторых моментах, таких интересных, как я считаю. Ну, вот, например, по ботинкам бы сказал, что какие нужны ботинки. Но на Казбек хватает ботинок однослойных. Если вот видно. То есть не обязательно брать двухслойный ботинок, можно взять однослойный альпинистский ботинок. Желательно, чтобы он был с рантами, с обрезинкой по кругу. Если он будет цельнокожаный или более прочный, чем этот, как у меня, то это тоже будет неплохо. Но в любом случае, если у вас вот такой ботинок однослойный, я рекомендую брать с собой бахилы. Бахилы – это чехол на ботинок. Если вдруг станет холодно или если вы видите, что погода не самая благоприятная, то всегда вы можете ботинок утеплить. Я, собственно говоря, так и сделал, но не понадобилось, потому что погода была хорошая. Такого ботинка хватает на Казбек. На Эльбрус, в принципе, его тоже может хватить, если вы двигаетесь быстро. Если вы двигаетесь в большой группе, то либо такой ботинок с бахилом, либо двухслойный ботинок нужно будет использовать. Очень важное снаряжение – это каска. То есть на этом маршруте она просто необходима. Вообще я всем своим клиентам настоятельно рекомендую каску использовать на любом восхождении, потому что даже если это простой какой-то маршрут, каска все равно, она практически ничего не весит, там около 200 грамм, но она реально защитит вас при там, ударе головой. Голова – наш самый ценный орган, который может быть. Вот поэтому на каске тоже экономить не надо, и при случае обязательно ее возьмите. А что еще могу сказать? Вот, можешь туда перевести, да, сейчас? Я сейчас не взял с собой солнечную панель, но вот такой как бы необязательный, сейчас уже к необязательному снаряжению переходим, необязательное снаряжение, но пригождается, это вот, например, солнечная панель. У меня вот такая большая, тяжелая, там порядка 450-500 грамм она весит. Вот по опыту моего использования скажу, что это дурацкая была идея брать эту панель. Она не отработала настолько я хотел, потому что в таком положении, как она закреплена у меня сейчас на рюкзаке, она практически не заряжала пауэрбанк, потому что не хватало ей солнца. То есть, в принципе, солнце было только там с 6 утра до 11, и в таком положении она зарядить не могла. Ее нужно было класть лицом к солнцу, там, чтобы она была всей поверхностью. Но эта панель не отработала. Если вы будете брать солнечную панель, берите более гибкую, которую можно закрепить сверху на клапан, тогда у вас больше будет шансов, что что-то там зарядится. В принципе, панель на данном маршруте можно обойтись без панели. Маршрут короткий. У нас занял примерно 6 дней ходовых туда-обратно. Можно обойтись пауэрбанком, там 20 тысяч миллиампер, то будет вполне достаточно. Дальше, что я хотел бы сказать о снаряжении очень важном, это стул. Вот у меня вчера даже, когда делали запись, пошутили, что я говорю, что если вы все знаете, что вы уже, у вас все есть из снаряжения, и вы не знаете, что вам еще купить, то вам нужен точно стул. Вы его не купили еще определенно. Стул – очень крутая тема. Хоть кажется, что ну, зачем тащить с собой стул, столько много места, столько много веса. Вес есть, да, он весит 900 грамм, но удобство, которое вы с ним получаете в лагере, это, конечно, ни с чем не сравнимая история, что вы можете расслабить спину после тяжелого рюкзака, вытянуть ноги. То есть пить кофе или что вы там пьете в очень удобном состоянии. У вас отдыхают ноги, отдыхает спина. Восстановление в горном походе и в альпинизме – это очень важная штука. Если вы хорошо восстанавливаетесь, то вам гораздо легче идти на следующий день. Ну и вообще в целом дается вся эта горная походная жизнь. Вот так.
То есть тул, если вы еще не купили, то запланируйте себе покупку обязательно. Полезная очень вещь. Дальше, о чем хотел сказать. Палатки. Тестировал в этом сезоне палатку Red Fox Fox Explorer. Очень хочу передать большой привет компании Red Fox. Шикарнейшая палатка у них получилась. Она не тяжелая, то есть она идет двушка плюс. То есть там может расположиться три человека при желании, но мы жили вдвоем. Вдвоем там суперкомфортно, очень много места. Она весит 3 килограмма, там 3200, может быть, на двоих. То есть очень плотный тент, толстые дуги 11-миллиметровые, юбка. То есть для такого типа походов экспедиционных, как был вот Казбек Севера, это очень крутая история. Я всем рекомендую. У вас очень много места внутри, плюс еще есть место между внутренней палаткой и тентом. Много места. Туда можно положить ботинки, выставить сушиться, туда можно засунуть рюкзак и веревку, и ледоруб, все что угодно, чтобы освободить максимальное место в палатке для комфортного проживания, для приготовления пищи, для переодевания. Место всегда нужно. Вот такая вот история. Что еще я не сказал? Ну давай я дальше перещелкну. По снаряжению, в общем-то, собственно говоря, все. Из такого специального снаряжения нужно, естественно, это обвязка карабины, веревка, это ледоруб. А единственное, что я хотел бы сказать, что на данном маршруте очень рекомендую, если вы идете в группе или с гидом, то чтобы у кого-то были ледобуры, потому что местами есть где его вкрутить. То есть ледобур – полезная штука. То есть на леднике при пересечении реки ледовой можно использовать для организации перил, а также на предвершинном взлете часто бывает лед. Нам повезло, был снег, мы протропили и спокойненько залезли на вершину пешком, без всяких там специальных средств. Но часто бывает лед, и нужно провешивать перила. В таком случае вам ледобур будет просто необходим. То есть на группу как минимум две штуки нужно иметь. Вот все. Рюкзак у меня был фирмы Deuter, классный рюкзак, которым я больше 10 лет уже хожу. Он работает, служит мне верой и правдой. Его единственный недостаток – это вес. Он достаточно тяжелый, но слегка окупается его надежностью. То есть я нес сейчас в нем, вот в данном случае, тут у меня на картинке, 30 килограмм примерно внутри. И ничего не ломается, ничего не рвется. Даже уже надоел, но в целом работает, ничего с ним не поделаешь. Организация питания. На этот поход я специально не брал ничего легкого, то есть видно, что у меня был тяжелый рюкзак, я брал много лишнего снаряжения, там, как стул, например, который не является обязательным снаряжением, и смысла уже экономить не было никакого. Я отказался от сублиматов, не стал брать эти системы индивидуального приготовления пищи типа JetBoil, а сделал ставку на более удобную, на мой взгляд, систему. Это мультитопливная горелка компании Primus. Почему она мне очень нравится? Она неприхотливая, очень мощная, бензин очень дешевый. То есть у нас на весь поход ушло 1,5 литра бензина на двоих, с учетом того, что мы готовили в среднем где-то 1,5 часа в день. Мы готовили пищу, топили снег несколько дней. То есть вот ушло 1,5 литра бензина. Это эквивалентно 130 рублям, там 140 рублей на двоих. С учетом того, что бензин легче весит, и не нужно с собой нести лишнюю тару, как баллон пустой газовый, его нужно все равно будет нести с собой, не выбрасывать в горах, то я вижу смысл использовать именно бензиновую горелку, с учетом того, что бензин купить много где можно, в том числе в Владикавказе, в минеральных водах, в любом строительном магазине. Многие говорят, что нельзя опасно использовать бензиновую горелку в палатке. В принципе, да, но тут я должен сказать, что любую горелку опасно использовать в палатке, потому что это ни одними правилами не разрешается, грубо говоря. Но при аккуратном обращении разницы между бензиновой и газовой горелкой практически нет. То есть нужен только навык использования. В данном случае вот даже на картинке я готовлю в дождь. Вот горелка стоит в тамбуре палатки, и мы спокойненько варим суп. Так что при аккуратном обращении проблем не возникает с горелкой. Такая история. По продуктам был вопрос. То есть я несколько раз ходил на сублимированных продуктах, другие походы на Эльбрус в том числе. Брал с собой сублиматы, там компания Гала-Гала. Но, честно говоря,
Есть плюс то, что легче, конечно, нести, но минус в том, что это все невкусно. Там пару дней можно на таком прожить, но неделю, 2 недели уже, конечно, это все надоедает, совершенно невкусно и требуется разбавлять чем-то сытным и интересным. Вот. На этот поход я сделал ставку на нормальные готовые супы. Я взял готовые супы, продается в супермаркете, там компания называется Еле. Не очень тяжелый, не очень много весит. 100-граммовая упаковка получается на одно приготовление на двоих. Полноценная тарелка супа или риса, уже готовая с овощами, смесь, с солью, с перцем, со всеми делами. Требует единственное, что времени на приготовление порядка 20-25 минут. Но еще раз скажу, что так как у меня был бензин, его было много, и вот вообще проблем никаких не возникает, и экономить совершенно не требовалось. То есть мы спокойненько все это варили. В день мы, ну, с утра мы делали каши быстрорастворимые, а в обед и на ужин мы готовили нормальный качественный суп. Единственное, все равно мы туда добавляли для сытности и вкуса чесночок, полезный в горах, сыр, так как мясо мы не едим, а супы все эти без мясной основы. Вот. В целом, мне очень понравилось и всем рекомендую. Для непродолжительных походов, где не требуется, ну, где не надо считать каждый грамм, вот эти вот продукты очень себя хорошо окупают. С учетом того, что это разнообразный получается вкус, то есть там и булгур, там и чечевица, и там что только нет. В общем, разные супы, и ризотто можно приготовить. Очень вкусно. Как-то так. А, был еще вопрос про то, что мы едим ну, между приемами пищи, грубо говоря. Но в данном походе не понадобилось, потому что мы шли от завтрака до на обеде, мы уже становились на бивак. И мы, собственно говоря, не пользовались этим карманным перекусом. Обычно мы берем на перекус батончики. Не Сникерс, конечно, но вот, типа мюсли или байты. Очень вкусные, сытные батончики, мало места занимают. И как раз их с чаем из термоса очень хорошо попить и поесть, в смысле. Ну, здесь мы их просто ели за чаем уже на обеде. Ну, собственно говоря, все. Если вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Вот ближайшая экспедиция нашей компании. Кто хочет записаться, пишите по телефону, ой, в смысле, пишите по WhatsApp, Telegram, заходите на сайт. Будем рады всех видеть.